Привет, ты закончил? Так убирайся отсюда, не мешай людям работать. И не вздумай свою сморщенную гусеницу здесь оставить. Я тут по поводу временной работы. Эй! Вот дьявол, неужели это будет чудик в костюме мошонки? Здорово, браток, ты нанят. Круто, это было самое быстрое собеседование по приему на работу. Клиенты Рона забросали весь пол грязными платками. Рон выдал мне пылесос, который мог не только сосать, но и сплевывать. А в этом Рон, как известно, большой специалист. А кто бы сомневался, что в таком месте можно встретить другого рода специалистов? Да, бывало и похуже. Именно это я буду говорить теперь про эту работу. Хе-хе-хе, смотри под ноги, они-то ведь тут кругом детишки. Ты чё уставился? Познакомьтесь с моими маленькими друзьями. Поверьте, ребята, с таким уборщиком, как я, вам здесь скучно не будет. А ты убрал за собой использованную салфетку? Нет? Тогда чужую забирай. Да ладно, как будто раньше ты этого никогда не пробовал. А может и нет, вдруг это был дизайнер? Да, вот это было точное попадание. Уроды мелкие, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Понял? А это пятно на костюме будет какое-то время тебе об этом напоминать. Пока я трудился в поте лица, к Рону наведался местный рэкет. Твою ж мать, опять эти стервы! Контору Рона осаждала толпа злобных мамаш, которые поставили перед собой благую цель очистить катарсис от порока. Уничтожить! Но у них было слабое место. Дикое отвращение к этим носовым платкам. Может, аллергия какая? Мне жаль их мужей. Рон посоветовал кидаться в них платками, чтобы прогнать этих ошалевших милфок из его магазина. Легко, расплюнуть. Ну, может, десяток расплюнуть. Чё сказал? А ну, с дороги, пузаны, ваше заведение в опасности. А ну, быстро за работу. Родина нуждается в боеприпасах. Лентяй, а? Давай быстро платки делать. Нифига себе, какой мамонт пробежал. Своих даже топчет. Все, отбросить страх и вперед. Ты что, офигела, что ли? Об занавески это вытирать не нужно. Я же тут убираю, сиди домой, там умойся. Не понимаю, как она видит, куда стрелять сквозь эту пелену. Тебе что, мало, ненасытная какая? Ну тогда вся фляга твоя будет. Черт, патроны кончились, что делать? Остался последний выстрел, надеюсь, он завалит этого Кинг-Конга. Да, Кинг-Конг повержен. Ну куда ж вы побежали, девчонки? Я только что для вас придумал новую игру. А ну отстань! Вот это да! Как же равномерно я и крем нанес. Пока, детка, запомни этот момент. О, привет! А что ты тут скучаешь? Может тебя развеселить? Прикинь, коллеги-то тебя бросили, поэтому весь этот бачок слизи будет твоим. Прямое попадание! Это полезно для кожи, отвечаю. Убирайся отсюда и больше не возвращайся, потому что в этом заведении теперь новый шериф. Чувак, после такого дерьма я в жизни на Милф Брэнгли больше не зайду. Теперь исключительно девки-тинейджеры. Только вот эти суки испугали всех клиентов, так что я не могу тебе заплатить. Хотя можешь оставить себе железячку, это и считаем и в расчете. Договорились? А можно мне лучше пару и на халяву? Нормально, ты еще дубиновую резинку возьми. Воспользуйся мятой, чтобы поймать 15 кошек. Меня всего лишь один кот угнетает, а тут 15 кошек. И где, интересно, все эти кошки? Так, мяту я нашел. И кто там ругается? И поросенок, где все кошки? Ты что ли их сожрал? Или это ты здесь кошек жрешь? Вон рожа какая. А ну-ка давай, отпусти моих пушистых друзей! Это еще что такое? Воу, я король ящериц! Какой ты король, наркоман ты обыкновенный! Тебе-то чего от меня надо? Я не кот, не ешь меня! Иди вон там на помойку к бомжу обедай, у него там гамбургеры есть, почти вкусные! Или давай, беги за мной, и я тебя без единого удара ушатаю! Что-то я тоже выдохся, надо меньше смолить, наверное. А вот и пища богов, если честно, я даже не знаю, что выбрать. Эй, это ты тут накидал? А ну забирай свое говно. Почти свежий бургер, надо этой толстой тетке подогнать, чтобы больше за моими кошками не охотилась. Ну-ка иди сюда, блохарик, кушай вкусную мяту. И все что ли, я вроде всего пару кошек схватил. Оказалось, что все права на кошек принадлежат местным корейцам.
А их тут, как обычно, два в одном, как в том шампуне. Короче, мне пришлось отделять зерна от плевел. Пригляделся, а зерен-то там и нет, гадость какая-то валяется. Короче, пришлось взять отделялку погуманнее. Но так как они перешли на огнестрел, мой внутренний пацифист очень быстро словил маслину. И я принял простое решение — взять и сократить их популяцию. Ведь все равно шавуху-то я у них покупать не буду, так как у меня денег нет, я их никак здесь заработать не могу. Да и вообще, блюда из кошатины я как-то не очень. Еще одна. Да отстаньте вы от меня, на, забирай своего блохарика. Давай, перекуси, может добрее станешь. Ты тоже хочешь? На, угощайся. Вы достали, у меня здесь кошек на всех не хватит. Вы мышей летучих есть не пробовали? В какой-то непонятный мне момент из режима очищения города от гуков я перешел в режим очищения города от всех. Наверное, на это повлияло бесконтрольное употребление кошачьей мяты. И в голове чувака заболела старая рана, полученная во Вьетнаме. Поэтому предатели и оккупанты должны быть уничтожены. И еще ко всему этому я должен собирать или красить этих ебучих кошек. Да, весь город хочет меня убить, а я покрасил черную кошку в зеленый цвет. Я, конечно, за любую движуху, но мое ХП начало умолять меня, чтоб я где-нибудь схоронился. И я, конечно же, не придумал ничего лучше, чем схорониться в этом тоннеле. Это еще что за дым? Ведь на улице такая жара, а я в этом плаще... Наконец-то от меня все отстали, но радость моя была недолгой. Оказывается, в этом тоннеле ютились вонючие бомжи. Давайте, кисы, бесплатная валерьянка от правительства. Нет, на самом деле для них это бесплатный мятный дезодорант. Давай, бегайте быстрее, чтобы проветриться. А не то от вас здесь так воняет, или это от меня? Это что такое? Короче, бомжи тоже решили меня замочить. В этом городе все такие неблагодарные. Я от всей души принес в их вонючий мир мятную свежесть, но они как-то неадекватно оценили всю широту моего альтруизма. Потом мне пришлось вылить на них детишек из пылесоса, но как оказалось, в отличие от мамаш, у них к разного рода жидкостям иммунитет. А так как патроны у меня закончились, то долавливать кошек я буду, получая по морде от всех, даже от самих кошек. К сожалению, мое новое начальство, как бы это сказать, закрыли. И, короче говоря, бабло мне снова не обломил. Казалось, это уже входит в норму. Странно, что со мной не рассчитались с садовым инвентарем. Славная киса. Привет, дружище. С наступающим тебя. И спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий, подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ты также можешь поделиться этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. Если ты хочешь увидеть здесь прохождение по своей любимой игре, обязательно напиши мне об этом. А это был Postal 3, а у микрофона, как всегда, Деду Ген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!